հարավային երկրներում, Ղազախստանում իրավիճակը սրվեց, այնուհետև հիմա նաև Ուզբեկստանի հետ կապված իրադարձություններ կան։ Սրանք նախ որքանով են միմյանց հետ շահ կապվում և իրականում հիմա ինչ է կատարվում Ուզբեկստանում, արդյոք դա ներքաղաքական իրավիճակից է թելադրված, թե կան նաև արտաքին գործոններ։ Действительно, в Центральной Азии, не только в Центральной Азии, происходят события, которые являются отголосками территориального устройства Советского Союза и его распада. Это те проблемы, которые хорошо известны нам здесь, на Южном Кавказе. Причины у них примерно те же, что и везде, но развиваются они, конечно, по-разному в разных регионах, в зависимости от местной специфики. Причины это внутренние, внутрирегиональные, внутристрановые. Совсем недавно мы могли наблюдать столкновения на киргизско-таджикской границе. Мы могли наблюдать беспорядки внутри Таджикистана. Несколько раз мы видели, фактически войны, там серьезные гражданские столкновения в Кыргызстане, то, что недавно было в Казахстане. Это все явления иногда довольно сильно похожие на то, что происходит, например, у нас на Южном Кавказе, Абхазия, Осетия, Арцах. Это происходит на Северном Кавказе иногда, это происходит в западных частях СНГ или бывшего Советского Союза, да. Ну и так далее. Что происходит в Узбекистане? Происходит на сей раз волнение в Каракалпаке или Каракалпакстане. Каракалпаке – очень интересная республика. Это республика, которая, с одной стороны, она занимает примерно 40% территории Узбекистана. Это много Узбекистан, большая страна очень. С другой стороны, в ней проживает порядка 5-6% населения Узбекистана. Узбекистан – страна большая, и по населению тоже в ней проживает больше, чем 35 миллионов человек. Это самая большая страна Центральной Азии по населению. И она почти что равна всей остальной Центральной Азии вместе взятой. И при этом вот такую большую часть территории занимает вот Каракалпакстан с населением, которое отличается от коренного узбекского населения. При этом, при малом населении и большой территории, это страна очень серьезного экологического кризиса. Это Аральское море, которое постепенно исчезает последние десятилетия, высыхает, и там образуются такие соляные пустыни. Ужасно это все выглядит. И, в общем, бедно там. Бедно. Население там при этом смешанное. Там не только живут каракалпаки, но и другие этносы, узбеки в частности, или в основном. Значит, но при этом там таких вот явных призывов к независимости или там к отделению там не было. И в Конституции она, в узбекской Конституции, эта республика была названа суверенной, да, что у нее есть какая-то суверенность, и у нее было право на выход из состава Узбекистана. Было это довольно формально. Это наследие, повторюсь, советского времени. В советское время была автономия. И эта республика в таком виде существовала вот при этой бедности, при отделенности от основного Узбекистана этническом. При этом Каракалпакстан граничит с Казахстаном, а чуть-чуть, если немножко ненаучно сказать, да, то каракалпаки – это, в общем, казахи. Ненаучно в том смысле, что это так там воспринимается. Казахи воспринимают каракалпаков частью своего этноса, и каракалпаки воспринимают казахов как минимум, давайте скажем, очень близкий к себе. То есть, если говорить научно, то это две этнические группы, которые очень близки друг к другу. Их языки взаимопонимаемы, они ощущают свою общность и так далее, и так далее. А Казахстан рядом, и он богаче. Но вот это вот в таком виде существовало десятилетиями. До тех пор, пока не начали в Узбекистане менять конституцию. Вы спрашиваете, связано ли это с Казахстаном? Я думаю, что да, потому что изменение Конституции, может быть, произошло и под влиянием тех событий, под влиянием тех событий, которые происходили в Казахстане. Там
было некоторое изменение роли президента, убиралось, ну, президент теперь может еще раз избираться, я думаю, не один раз, и так далее, и так далее. А Мирзиёев воспринимался после Ислама Кариева, предыдущего президента, в Узбекистане как такой реформатор. Ну и под шумок они решили туда, так сказать, указать норму, согласно конституционную, согласно которой статус Каракалпакии, он понижался. Понижался не в смысле исчезало, но оставалось автономией, но вот о суверенности, то, что было написано, оно исчезло. Это не имеет, на самом деле, я думаю, реального значения, потому что не было претензий на то, чтобы это делать. Но в постсоветских странах, и не только в постсоветских, убирать у этнических групп те права, которые у них уже были, к которым люди привыкли, это обычно бывает опасно. После этого возник протест. Этот протест возник от того, что некая журналистка каракалпакская написала об этом, я даже не помню, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, что-то вот такое, да, в социальных сетях. После этого образовался протест. Этот протест возглавил человек, о котором никто там до этого не знал, блогер обычный. И организовался протест. Этот протест вылился в довольно массовые акции. Этого блогера сначала арестовали, потом выпустили, потом опять арестовали и так далее. Да. Протест потерял центр, он потерял руководство. А что такое протесты в некоторых частях нашего мира, которые теряют свое руководство, в общем, более или менее понятно. Да, в Узбекистане это не первый раз были андижанские протесты до этого, при которых официально погибло больше 200 человек, а заявляют о том наблюдатели, что их было гораздо больше. Тут официальная цифра 18 человек. На площади, судя по тем видео, картинкам и так далее, которые мне удалось посмотреть, и судя по тем оценкам, которые есть у специалистов, я контактирую с коллегами по этому поводу, в том числе в других странах, да, там были, ну, десятки тысяч человек точно, если не больше. Нет, сейчас они уже президент, ну, так сказать, осадил назад, сказали, что если народ не хочет, то тогда этой поправки не будет. Но протест уже вырвался, это уже произошло. Я думаю, каким-то образом уладят. Собственно, предыдущий протест был тоже задавлен, он был задавлен чрезвычайно жестким образом, андижанский протест. Я имею в виду, в другом месте он был, в Ферганской долине, очень густо населенный, там обратный случай, очень густо населенный регионе, ну, неважно, может быть, справятся, но, как в анекдоте, осадок останется, то есть опыт вообще, это очень важно для Центральной Азии, для ближневосточных стран, но и не только, опыт стояния на улицах, опыт массовых протестов, даже если причина исчезает, он остается, то, чего не было, а теперь оно было, оно осталось в какой-то памяти, опыт демонстрации какой-то своей самости, опыт какого-то движения, которое идет снизу, да, вот такого рода вещи, они бесследно не проходят, и с этим придется долго работать. Удастся ли это сделать, посмотрим, это зависит от того, насколько умело, насколько квалифицированно будут работать узбекистанские власти, но это, в общем, хороший урок для всех. Для всех на постсоветском пространстве, как минимум. В такого рода ситуациях надо быть чрезвычайно осторожным. Мы имеем дело с субстанцией вот народных протестов, которые могут становиться неуправляемыми, идти почти в любую сторону. Ну, не армянам это рассказывать, не южнокавказцам это рассказывать. Мы это все проходили. Поэтому вот такая очень тонкая вещь и немножко неверный шаг. Ну, вот так проскочит. Вот авось сделаем, да? Ну, мало ли что было в советское время. А вот превращается в то, во что превратилось. Аськан Некин ուժերով հնարավոր կլիներ ղեկավարության կողմից ճնշումները կամ ինչ-որ ձևով կասեցնել ամեն դեպքում այս շարժումը եւ ոնց որ նախորդ, այսինքն կա այդ ճանապարհը արդեն կա։ Можно, конечно,
ужасающим образом раздолбать то, что называется. Да? Можно намотать тела людей на гусеницы танков. Это иногда делается, к сожалению, в разных частях мира. Решает ли эту проблему? Это очень большой вопрос. Очень часто наоборот. Можно попробовать сделать это умнее, сделать это гуманнее, сделать это тоньше. Так тоже бывает. Будем надеяться, что получится, потому что в любом случае в результате этого гибнут люди. Там только официально 18 погибших, говорят о гораздо большем числе. Но, сейчас рано говорить, что там в действительности. И чуть ли не сотни людей, которые ранения получили. То есть, ну это серьезно. Մի հարցի կուզենամ առադարնան, Կանադայի պաշտոնյան հայտարարեց Հայաստանում դեսպանատուն բացելու մասին, դրան հակադարձեցին, ընդ որում հետարքի իրեսպես դիտարկմով, որ Ռուսաստանի ազդեցություն են փորձում նվազեցնել մեզ մոտ, դրան հետևեց նաև Ռուսաստանի դեսպանատան նաև կոշտ, ոչ պակաս կոշտ հայտարարությունը, դուք այս հայտարարությունների մեջ ինչ եք տեսնում? Я не знаю, что произошло со стороны Канады, я не видел нигде, понимаете, я ищу первичные документы, всегда работа у меня такая. Верить, уж простите, при всем уважении, просто средством массовой информации не в моих привычках. Нужно видеть текст первичный, желательно на том языке, на котором он написан. Все ссылки ведут, в общем, более-менее на одну, которая была во французском средстве массовой информации. Речь там шла не об одном посольстве, а о четырех, если я не ошибаюсь, в разных странах открываемых. А о том, что западные посольства здесь в нынешней ситуации противостояния, прямого фактически противостояния России и Запада, имеют и эту цель тоже, то есть политического присутствия в регионах, в которых есть политическое присутствие России тоже. Да? Это вопрос терминов. Я вот сказал это вот так, а можно в принципе несколько более безответственно сказать это для вытеснения. Что такое вытеснение? Каким образом открытие канадского посольства может вытеснить другое посольство? Я не знаю, но в принципе, конечно, имеют в виду и Россию, когда открываются другие посольства, как и Россия имеют в виду другие страны, когда работают в странах постсоветского пространства. Куда денешься? Значит, а потом это превратилось в бурю в стакане воды. Причина того, если говорить о российском заявлении, Россия на сегодняшний день чрезвычайно нервно относится к любой активности Запада на постсоветском пространстве. Вот и все. Причина этого является война в Украине и вот это вот ощущение России себя каким-то окруженным недругами, таким вот лагерем, да, который обороняется, оно характерно для современной России, это надо понимать просто, да, не оправдывать, понимать, да, ну, так война идет, люди довольно нервно на это реагируют. Это, если попробовать найти аналог, ну, это похоже на отношение армян к туркам, например, да, или там армян к азербайджанцам, например. Вряд ли армянские посольства в разных странах мира делают такого рода заявления, но в принципе вот то, что Россия довольно нервно воспринимает все, что идет с Запада, это сейчас так. Хорошо это или плохо, это другой разговор. Мне кажется, что политика России в такого рода заявлениях могла бы быть тоньше, да, ну так как есть. А то, что это принимает такую размерность в Армении, что это превращается в какое-то событие, про которое по-серьезному начинают обсуждать и задавать вопросы, не вникая в то, что, собственно говоря, произошло, а что за событие. Это свойство армянских дискурсов политических. В Армении тоже все, что касается России, ее роли здесь, ее участие в разных политических проектах и так далее, воспринимается чрезвычайно нервно, и на это обычно существует такая реакция. Но это пройдет, посольство откроется, и заявление какое-нибудь еще другое будет, а будем продолжать жить раньше. Но вот такая вот буря даже не в стакане, а в какой-то там небольшой рюмочке воды, она характерна для армянских дискурсов, тут ничего не поделаешь.